Вот такой замечательный у меня обед. Это куриные шницели, немножко обваленные сухарями, овощи из аэрогриля, в данном случае капуста и лук, и обычный салатик с маслицем такой вот, очень вкусный и хороший. Теперь смотрите, очень много вопросов. Подскажите, как считать калории в еде, в продуктах? Ребят, проще этого ничего быть не может. Правда. Вот смотрите, что мы делаем. Допустим, вот давайте на примере шницелей. Мы берем куриную грудку, допустим, килограмм. Ну, просто, да, вот килограмм грудки. Чтобы ее сделать, нам нужно 2 яйца. Мы вбиваем, значит, в программу по калориям, или дневник питания, Fat Secret, там, любая другая, сколько угодно. Хотите, можете записывать в Google, вбивать и записывать карандашиком. Но суть не в этом. Берете любую программу, которая считает калории. Любую совершенно программу. Пишите, значит, вбиваете. Куриная грудка, свежая, сырая. Килограмм, 1000 грамм. Далее, 50 грамм, допустим, масла, на котором вы жарите. Далее, допустим, 50 грамм сухарей. Это все очень приблизительно. Я сейчас просто так говорю вам, просто для примера. Вбили все эти данные. Значит, грудка, масло, сухари. Я специально выписал, чтобы было проще. Яйцо, да, сырое яйцо. Вот чуть-чуть не забыл. Берете сырое яйцо, да, чтобы шницель в яйце вот так вот сделать. Значит, всего у нас получилось, там, да, допустим, 2555 калорий. Ну, вот у меня вот здесь вот в программе, вот так вот выдал в программе, показал то, что я внес. Это очень приблизительно, это совершенно не ингредиенты этого шницеля, а просто для примера. 2555 калорий. Окей. Пожарили все шницели, сделали все, что нам нужно. Потом взвесили в конце, сколько у нас получилось этих шницелей. Допустим, получилось 1100 грамм. Вот, допустим, конечный результат, да, общей прожарки. 1100 грамм. Мы берем эти 2555 калорий, делим на 1100 грамм и умножаем на 100. И это будет ваш колораж вот этих вот шницелей. Получается, там, не помню сколько, 230 калорий на 100 грамм, допустим. Это элементарно. Вот так все, что угодно, все, что вы берете, все ингредиенты, суп, неважно, все, что угодно. Суп еще проще. Добавили все, что идет в суп. Не знаю, мясо, помидоры, картошка, рис, я не знаю, все, что вы добавляете в суп, по гробовке выписали просто в программу. Все, сварили суп, сделали все, что нужно, потом в конце добавили воды, потом в конце взвесили, сколько супа, количество калорий, которое посчитала программа, делите на количество супа, умножаете на 100. Получается количество калорий на 100 грамм. Элементарно, все очень просто. Поэтому считайте калории, худейте вкусно, и все у вас получится.